Чуваки, привет! Привет, чувихи! Здравствуйте всем! Привет всем противникам прививок от коронавируса и также тем, кто их поддерживает. Ну и всем просто, кому интересно. Сегодня у нас 10 августа 2021 года, и у меня подошло время ревакцинации. Сейчас мне вновь принесли бумажки. Как мы видим, это точно такая же анкета, в которой нужно указать, есть ли у вас хронические заболевания и все такое. И еще у меня есть вторая бумажка. Осмотр пациента, подлежащего иммунизации. Здесь также кратко описывается мое состояние. Живот, тонус сердца, зев, наличие реакций или осложнений на предыдущее введение вакцины. И интересная строчка. Пациент предупрежден о возможности возникновения местных реакций и клинических проявлений, поствакцинальных реакций и осложнений. В общем, я предупрежден, и я подписываю эту бумажку. Все, друзья, бумага подписана, и мне становится немного страшно. В первой половине дня ко мне должны прийти врачи, меня осмотреть и ревакцинировать. Как вы себя чувствуете? Чувствую себя хорошо. Ночью хорошо поспали? Да. Кушали хорошо? Угу. Ну вот, ко мне и пришли делать ревакцинацию вакциной Спутник Лайт. Спутник Лайт. Правильно, да? Да, правильно. Спутник Лайт у нас идет. А в анкете еще было написано, что мне должны сказать, какие могут быть осложнения. Осложнения. Побочки. Может быть, небольшая. Может быть. Температурка. Это даже редко бывает. До 37. Вот. Ну, а так, в общем-то, ничего. Никаких больше осложнений не будет. В общем, я вам все расскажу. Спутник Лайт. Спутник Лайт. Прошла 1 минута после вакцинирования. Ничего пока не замечаю. Ни жара, ни боли. Даже смены настроения. Через полчаса посмотрим, что будет. Первые 30 минут после прививки чувствую себя хорошо. Полет нормальный. Ну вот, настал вечер. За окном уже темно. Время 20:44. Чувствую себя хорошо. Никаких реакции на прививку не было. Сижу и монтирую ролик про поездку в Крым. И что еще хочу сказать. Я не пропагандирую прививки. Я не хочу навязывать и не навязываю вам свое мнение. Если вы хотите прививаться, прививайтесь. Если нет, то нет. Решать вам. Всем здоровья. Всем пока.